друго, малко мога да добавя, ще дам думата на, и на други след мене, които искат да говорят, но наистина аз съм отвратен. Я болгарну знаю русский, потому что учился в русской школе здесь, в Софии. И у нас здесь есть такой-то момент, мы называем оккупационной армией, красной оккупационной армией. И, к сожалению, этот монумент каждый год где коммунисты, люди, которые путинисты тоже, пользуют его для пропаганды. А мы увидели, что путинская пропаганда, она вот в Украине что сделала последние годы. И можно сказать, что это террористичная идеология, и мы против того.